Ребят, всем привет! Риолинда, Калифорния, 23 октября 2020. И сегодня небольшой рецептик приготовления, быстрого приготовления маринованных грибов в домашних условиях. Грибы могут быть любые. В нашем случае это коричневые шампиньоны. Просто ополоснул, довел до кипения. Не переваривать, ребят, потому что сильно уменьшается в размерах. То есть чуть-чуть, реально только довел до кипения. Вот они, слил воду, переложил баночку. И заливаем вот таким, вот такой подливочкой для салатов. Заливочкой для салатов. Ну, в нашем случае нам нравится Italian dressing, итальянская. И все. Варились в простой воде, они не солились, ничего, просто вода была. Ну и все, теперь просто добавляем этот дрессинг. Заливаем, пока не будет. Тут у меня еще стаканчик есть. Все, буквально завтра утром эта вещь уже будет готова к употреблению. Очень вкусно, ребят, приятного аппетита. Пользуйтесь, готовьте. Мы делали с обычными шампиньонами, с коричневыми, вот с шампиньонами уже не раз делаем. Очень нам нравится. Рецепт от нашей бабушки. Она этим рецептом постоянно пользуется, постоянно делает грибы. И нам тоже вот как-то сейчас присели, как говорится, на этот рецептик, на эти грибочки. Все, всем спасибо за просмотр. Бай-бай.